Так, у меня здесь происходит 2-1 уже. Где ты играешь, где ты? В пользу Гарри Поттера 2-1. Прямо сейчас у меня. Поищи в браузере серверов. 15 минут еще им играть, так что все нормально, смотрим. Да, тоже зайду. Who is next? У нас синие. Они 1-2 проигрывают. Но они сейчас прожглись. И забрали мида. При этом потеряли почти всю команду, но мида сохранили. Какой-то скаут забажил у красных. Синих мед, да, сейчас же. Один. Сейчас вот этот Джей просто минус 2 или минус 3 сделал. Ну и все попахивает 3-1, потому что... Как мы видели сегодня, особенно на Metalworks, если команду прижимают к ласту, то очень сложно отпушить обратно. Как правило, эта команда проигрывает раунд. Ну и плюс преимущество выбери у красных сейчас. Синие не хотят брать его в класс. Ставят, да, тут... же классом. Только дефолт, только хардкор. Зачем-то пошел скаут отдался, может быть сейчас поменяет класс. Хотя поздно менять, уже 80% выберу. У Васи, кстати, сейчас сам пауз будет. Ну поздно уже. А сколько у них по времени? Сейчас спрашиваю. Красные накопились и сейчас будут заходить на ласт. Активный спам идет в сторону красных, получается не выходить. По идее они вообще могут просто встать сейчас и использовать тот факт, что они ведут в счете, тупо вынуждать противника пушить и ошибаться. Зажигается красный, ну, раскидывает убер. Минус 2 у синих при этом. Вот там эйршот был. У Ласика 16 минут осталось, у них еще двое вылетели. А, ну тогда мы смотрим дальше сюда. 3 на 3. Ну что, разрулят? Демо медсолд против демо и двух солдов. Лоу, так аркад блочек, сразу двоих солдов. Двух разных. Да, неплохо сыграли они. Ну, одна ракета! Хорош! Нет! Сол. Казалось бы, как хорош было. О, взяли хэвик сильнее. О, мне написал Лоли. Может быть, он сделает, конечно, промоут. Это уже назад надо делать, сейчас уж поздно. Да, ну... Я ему об этом сообщу. Вот я ему пока напишу, чтобы твой пост прочекал. Сейчас он может запостить, ну вот эти последние игры на сегодня. У красных сейчас преимущество есть, в принципе они могут пройти. 11,5 минут. Вот уже почти есть умер. У синих 80. Скорее всего не успеет накопиться, вот красный с утром уходит. Ответ к синих опять. Получается, да, пуш нормально. Уходит с позором Дэнс, да? Неудачная аркада на хэвика, как всегда сегодня. О, сейчас скаут у красных. Скот наловил. При этом он успел двоих солдов забрать. Или солда из кота, я так не заметил. Он только одного солда. Да ладно. Снипу, кстати, взяли красные.
Да, синий инженерик. С надеждой взять, наверное, пуховика убить. Хитрая пушка под мостом. Уберу красный готов. Будут выходить прямо сейчас. Вот зажигаются, ходят. И сразу же минус склад. Минус инж. Зажигает синий в ответ. 3 на 6. Мед там демоса пилит. Мед пилит. И минус мед, кстати. Аркад сода. Вот аркад прошел успешно. И да, 3-1. Матч, вернее, вот этого Гарри Поттера мы не видели до этого. И пацаны показывают, ну, неплохую игру пока. Не играет более организованно, хочу сказать. Лучше, чем прошлый, по крайней мере. И пушки не боятся, и бегают нормально. Минус ход в синих. Минус ход в синих. Красных уже минус 2. И синих. Точка за красными. Почувствовали они силу в себе? 6 на 3 остались. Сразу идут вперед. Солк полетел в аркашу. Не вышло зажечь меня. Ну, берж-то, кстати, у них синих есть, так что можно наблюдать. Да, они медика сохраняли на центре. Но мы сегодня не видим критов. Вот что меня сегодня разочаровывает пока. Мы видели совсем чуть-чуть в самой первой игре. Красно могли, кстати, запушить, потому что мало что те не могут сделать сейчас. Сжигают с красным. И при этом они на фланге потеряли обоих скаутов. И сейчас будет бэкап от синих. Так что красный сейчас... Нажимает с красным на центр. Вот синий скаут не пошел дожимать, а мог выйти и забрать там солдата битого у красных. Красных минус 2, кстати, можем пойти попушить синим. Вот тут на демоса атака. Не вышло. Демоса прикрыли. Скаут слился. Солд тоже слился. Какие-то размены. Неплохо дефлит с красным, кстати, забирают демса. Солда. Остается только связка. Да, но тем не менее убер у синих готов. И они даже на второй хотят его. Да, вот зажигаются медик и убегают. Убер красных теперь есть. Вряд ли что-то получится здесь от дефлит. Да. Убегает мед. Тем не менее, точку вот начали брать. Ты иду скаут вперед, доберет. Знаешь, тяжелыми классами. Демос пытался скаут забрать, не получилось. Вот минус. Вот забрал демоса. И слился. Убера нет. Сейчас вот зря они выпушивают, сейчас они меда так потеряют. Минус мед. Какие-то гиперагрессивные пацаны. Сейчас надо синим меда сохранить очень. Что он хитовый. Однако отпушивают вторую точку, синяя. Тут именно скот делают. Сейчас красные как-то, я не знаю, прилив адреналина что ли почувствовали. Пошли уже просто там на остатки, на ласт. Хотя могли спокойно встать в лобби и докопить. Убираем, уходит синюю. Аркада целая, красная. О, зажег. Хорош. Пытается улететь. И таки улетел. Скот. 6 минут у синих, чтобы взять 2 раунда. Вполне выполнимо. Стоп, come on, man.
Правда, Uber у красных преимущество. О, криты! Криты! Только солда успевает забрать. Минус скор. О, и мед у красных. Слился. Ну, одно трое живых красных, можно пушить синим. 3 на 3. Синих тоже 3. Да, и причем у них 2 боевых класса всего. Неудачный архаэр Тепса. Солдат. Сейчас архаэр скатаем. О, минус мед. И солдат может убить. 13 хп солд. Он там еще демс на помощь, так что. Вряд ли. Да, убили солдат. Убивают. Вот, переходим на тяжелые классы. Пытаются отдефать. Все-таки забирают 7 точек. Да, и теряют при этом демоса. И скаута. И надо идти быстро вторую отбирать, потому что Убер готов. Ну и синий уходит со второй. Может, только я... получится. Только я по поводу критов стал сетовать. Как вот мы видим, что... Хоть кто-то удосужился их взять. Ну сейчас могли бы клипы зажечь спокойно. Зажгли, и минус 2. Минус но... с демосом. Нет, выжил. Еще и банка критовый добил. Солда. Ну, Скотт, да, он остается на центре. Копятся. У них 60. У центра непонятно отдадут. 4 минуты остается и уже очень мало вероятно для синих сравнять счет. 2 раунда очень сложно взять. Зажглись, при этом потеряли демоса. Ну, 85 у красных. Сможешь ответ на криты пойдут. Криты на солда. Ну, и Скотт. Давай, пили его, пили! Не получилось. 3 минуты остается. Синих. Ой, сейчас мед. Так ощущение, что он просто в него воткнулся и умер. Я не понял, что он там делал вообще. Мне кажется, 4-1 более вероятно, чем 3-2 хотя бы. Я думаю, что... Нет. Тем более сейчас докопят криты, и карта ласт на этой карте, он для критов довольно неплохо подходит. Потому что деф, как правило, вокруг точки стоит. Соответственно, особо не надо целиться. Ну и чоки не такие узкие. То есть можно выйти и критовую стику запульнуть без проблем. Выходит с убером, с критами. Ну вот как раз по мейну, наверное, будут заходить. Криты полетели. Okay. Минус демос, yeah, минус солд. Хорош, сейчас можно. Нет. Минус. Да. Мед живой остался. Минус мед все-таки. Ой, ХВ живой. Скоро его запилили. 4-1. Я полагаю, это ГГ. Да, 2 минуты осталось, ну тут в принципе понятно. Это же раунд престижа разве что. Таким образом, что у нас получается по сетке? По сетке у нас Гуру, Поттер и Philosopher's Stones будет играть против Yes We Can на Гренери. И Harmful Hamsters против вот непонятно кого. Это единственная пока команда Ластика, которая все еще там, по-моему, в подвисшем состоянии. 16 минут осталось. Так, ну мы тогда, да, вот к ним зайдем. Последний из... команд полуфиналистов, которые определяться будут. Но пока что верхняя половина сетки выглядит посильнее, чем нижняя. То есть что Yes We Can, что вот этот Гуру Поттер, он пока радует. Особенно Гуру Поттер, потому что они берут криты, не боятся.
Для тех, кто с нами недавно, мы напоминаем, что продолжение турнира завтра в 8 вечера по Москве. Будет сначала играться два полуфинала на Гренере, ну мы стримить скорее всего М1, потому что они будут параллельно, и затем финал на Стеркард. Мы надеемся, что ВКонтакт сделают нормальный промоут, да-да. Так что у нас будет смотреть 500 человек. Хотя, почему 500? Там же 25 тысяч. Нужно больше людей. Так, а какой там сервер? Так. Ты уже зашел, да? Нет.